Крючки бывают с колечком или лопаткой. Новички предпочитают привязывать леску к ушку, а опытные рыболовы выбирают модели с лопаткой. В зависимости от вида кефали подбираются и крючки. В сегодняшнем сюжете расскажем о видах крючков, которые лучше всего работают на рыбалке на кефаль. Крючки могут быть прямыми или с изгибом. Основная масса моделей имеет один загиб в одной плоскости, но в отдельных случаях крючок изгибается еще в боковой плоскости. Мы не будем углубляться в теорию строения крючка, а расскажем в простой допустимой форме, какой крючок, когда применять и их основные отличия. Крючки на кефаль делают двух видов – из толстой проволоки и тонкой. Тонкий крючок лучше всего подсекает рыбу, но затрудняет вываживание кефали, как легко рвет губу. Применяют такие крючки на короткие дистанции заброса снасти при слабом течении и ветре. Крючки с толстой проволоки гораздо практичнее, применяют их на дальние забросы. Такой крючок позволяет сохранить целостность губы у кефали. Благодаря удлиненному цевью на крючке помещается больше наживки, привлекающей внимание трофейной кефали. Крючки на кефаль по форме делятся на изогнутую и прямую. Изогнутый крючок напоминает форму червя и отлично подходит для рыбалки. Он выгодно подает наживку. Крючки с длинным прямым цевьем также не менее эффективны, но хуже удерживают червя на цевье крючка. Крючок, который изогнутый, немного практичнее. Следует отметить, что качество заточки таких крючков или форма отрицательно не сказывается на рыбалке. Крючок нужно выбирать не один на все случаи жизни, а в зависимости от условий ловли рыбы и ее повадок. Кефаль весной очень осторожно и рот открывает слабо. В этот период крючки стоит применять с короткой головкой и длинным цевьем. Существует общепринятое мнение у кефалистов, что крючки на кефаль должны быть с длинным цевьем. Как на крючок с длинным цевьем больше помещается наживка. Но у любого правила есть исключения. Такие крючки не стоит применять, когда рыбак ставит перед собой задачу, чтобы кефаль брал наживку с заглатывания. Важным элементом крючка для рыбалки на кефаль является наличие насечки на крючке для удерживания наживки. Насечка состоит из двух борозд, которые не дают морскому червю сползать с крючка. Они размещаются на самом цевье или возле жала. Японские крючки Овнер. Крючки предназначены для рыбалки на крупную сильную рыбу. Ни лобань, ни сингиль, ни трофейный пеленгаст не смогут разогнуть или сломать крючок при грамотном вываживании. В крючках Овнера надежно удерживаются различные насадки и наживки. Благодаря удлиненному цевью на крючке больше наживки. Единственный минус таких крючков – высокая цена. Высокое качество знаменитых брендов не означает, что для рыбалки на кефаль лучше всего подходят дорогие крючки. Бюджетные крючки прекрасно также подходят для рыбалки, но восприимчивы к окислению металла. Такие крючки требовательны к уходу за ними. После каждой рыбалки крючок желательно сполоснуть в пресной воде или обрызгать в ВД-40. И тщательно протереть насухо. Помните, кефаль на запах также реагирует. Крючки отлично работают,
но не так долго, как знаменитые японские бенды. В летний период, когда ловим кефаль в спокойной воде, возможно применение более крупных крючков. Отдельно остановимся о ловле кефали в ветреную погоду, когда море беспокойное, вода мутная. Крючки применяют при таких погодных условиях как можно крупнее. Как в мутной воде кефаль слабо видит. Зеленые поплавки зато очень хорошо ориентируются на запах морского червя, и чем больше его на крючке, тем лучше. С понижением температуры воды поменяют крючки более мелкие, как рыба открывает рот слабо и крупный крючок непрактичен. Из крупных крючков для рыбалки на кефаль могу порекомендовать крючки хабуцу. Японские крючки, которые очень хорошо зарекомендовали себя на рыбалке. К примеру, второй номер. Крючки отлично работают при любых условиях ловли. Когда кефаль осторожничает и берет наживку слабо, могу порекомендовать крючки овна. Четвертый номер. Крючки отлично подсекают даже самую осторожную кефаль. Классические крючки для рыбалки на кефаль, которые всегда поменяли кефалисты с Кодовска, обязательно с длинным цевьем, без наличия насечки на крючке. Ушко в виде колечка. Голова у крючка небольшая, она позволяет брать лучше наживку кефали. К вашему вниманию, корейские крючки для рыбалки на кефаль. Крючок имеет исключительную остроту, заточку и изогнутое жало. Представленные крючки по форме – это эталон тем крючкам, которые применяют Скадовски. Эти крючки отлично справляются даже с самой крупной кефалью. Многие профессиональные кефалисты в Скадовске применяют именно эти крючки из-за их формы, остроты и удобного жала. На такие крючки кефаль активнее отвлекается на поклёв, дают меньше сходов при вываживании кефали, что очень положительно влияет на процесс ловли. Заточка крючков особенно важна. На плохо заточенный крючок рыбу не поймаешь. Условно она делится на химическую и механическую. Предпочтение отдают, конечно, химической заточке, как такие крючки более острые. Но мое субъективное мнение, самая лучшая заточка крючков для рыбалки на кефаль – это у крючка хабуца номер 2. На такие крючки я ловил сингеля на Каржинских островах, исходы были малы. Крючки имеют форму жал в виде иглы и не ржавеют, при этом крючок изготовлен с достаточно прочной проволоки и разрывает рыбе губу. Сюжетов о крючках на кефаль очень много, но когда мы приходим в рыболовный магазин, сталкиваемся с огромным выбором крючков для рыбалки. И выбирать крючок нужно не по красивой упаковке и название, а с точки зрения практического применения на рыбалке. Крючок должен подходить именно под ваши условия ловли кефаль, с учетом ее сезонного поведения. В сегодняшнем сюжете мы намеренно отошли от экспериментов над крючками, выбрав при этом те крючки, которые хорошо зарекомендовали себя на рыбалке и не требуют проверки на прочность.
Мы считаем, эффективность и практичность крючков на рыбалке – это лучший критерий оценки качества крючков. Когда рыбак подходит к процессу ловли кефали основательно, с толком, он всегда будет успешен на рыбалке. И поймает свою трофейную кефаль. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам группу. Кефалист – международная рыбалка на кефаль без границ. В группе участвуют кефалисты с разных стран. Италия, Грузия, Турция, Азербайджан, Украина, Израиль. Присоединяйтесь к кефалистам, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кефаль – это отказ.